Скорая! За газ январь месяц отключили! Не надо их рвать! Не надо рвать! Не надо рвать! Не надо рвать! Не надо рвать! А вам включили свет? Да, конечно, нам включили свет. Хотя бы свет включили, пока газа нет. А вы сами платите? Вы сами платите за свет? Да, платим. Но у нас есть там долг какой-то определенный. Почему должны страдать за меня люди, если у меня есть долг, правильно? Пускай а другие свет... платят, да? Нет, кто платит, тот не платит. Есть большие долги во всех. Ну вот, ну пускай с нами как-то заключат договор, и мы будем платить по этим договорам. А кому платить это самое, на прямую линию? Кому? А в ЖЭК? ЖЭК, что ЖЭК? В ЖЭКе все промывается, в ЖЭКе там ничего не добьешься потом, понимаете? Это вы откуда-то узнали? Да мы знаем это давным-давно уже. Как... Мы узнали, когда газ платили, понимаете? За газ, когда деньги отдавали, деньги просто куда-то не доходили. Они исправлялись, эти деньги. Свет, есть? Это закрывайте назад! Пятеро детей, я вас... Девушка. Я вам нужен такой, где возьму вам дать? Государство у нас такое дурное! Мы же как боржи, блин, рядом общаемся! Почему она должна, допустим, за меня страдать? Почему? Скажите! А почему вы не платите? Потому что так было, нужно не платить, понимаете? Кому платить? Платили, деньги налево уходили. То, а у вас отключили свет, да? Конечно. А вы платите за свет? Детей? Да, я плачу. У вас нет долгов ни за один месяц? За один только. И за какой? За вот этот май и все. А где ваши дети? Вот. Вот, раз, два, три, четыре, пять. А вот у меня нету долга за свет. Почему я должна страдать? У меня в январе месяце на этаже отключили газ. Я по сегодняшний день без газа. Сказали, долг уплатим. У меня долга никакого не было. Этот самый. Сейчас без света. Долга по свету у меня нету. А скажите, пожалуйста, вы, может быть, знаете, среди ваших жильцов в общежитии есть долг у кого-то? За всех я не могу говорить, но у нас на этаже, я скажу 100%, что все платят. Половина людей платных. Не половина, а 10%. В общем, хорошо, платные, почему да. должны страдать эти 10%? Ну почему? Потому что у вас нет раздельного учета. Вот люди встали за то, что им отключили свет. Мы сейчас походили, поспрашивали. Выясняется, что подавляющее большинство, оказывается, за свет платило. Это подавляющее большинство, кто здесь собрался. А здесь, посмотрите, их буквально там десяток, там 15 человек. А подавляющее большинство действительно не платит ничего в общежитиях. К сожалению, 10-15, максимум 20% а те, которые платят. Я разговаривал только что с директором «Облэнерго» по телефону. Он предложил хотя бы пусть за май заплатить долг, чтобы я вышел, что что-то платится. «Облэнерго» второй месяц люди тоже сидят без зарплаты. Поэтому пошли на такие радикальные меры по отрезать электроэнергию у домов должников. Но также «Облэнерго» требует, вернее просит, чтобы мы какую-то часть долга хотя бы закрыли. Сидим на дороге, не встаем. К сожалению, нам придется за счет всех горожан, которые платят налоги, закрывать чьи-то долги тех людей, которые не платят за электроэнергию и за газ. Скажите, вы будете сейчас за май долг отдавать? Конечно, конечно. Вот сейчас соберете? Конечно. А с тех, кто тоже должен, тоже ну, будет? Ну, конечно, там, ну, сколько там должны? Там за май месяц, там копейки у людей попроходили. То есть, прямо сейчас пойдете собирать? Ну, не сейчас, когда люди придут с работы, мы заплатим сразу. Понимаете, таких как вы, которые платят единицы. Большинство же не платят. Нет, те, которые платят, вот вот они. А как мы заставим человека платить, если он не хочет? Кто отсюда никуда не уйдет? Попадла, который не платит годами, он и не вышел сюда. Который не платит годами, он и не вышел сюда.